митинг, да, собрались сказать так, люди шли выразить свое, как сказать, ну, недовольство, да, недовольство тем, что, значит, завысили тариф, это один момент. Никто не против того, чтобы платить капитальный ремонт, как мы это платили, но не таким варварским способом, как сейчас это вот и выставили. Вот, потому что если есть шкала от 2 до 6, почему не взять 3? Почему сейчас, когда у нас такая обстановка серьезная в стране, цены подскочили, это одно. Когда вот всевозможные волнения как бы идут во вред, говорим о стабилизации, а сами подводим народ к тому, чтобы он выходил на площадь. Это не мы подводим народ. Нет, не мы, а вот люди, которые вот такие выпускают указы и постановления, которые... Закон. Законы. Закон Калужской области. Закон Калужской. Постановление правительства там есть, у меня там где-то записано. Вот. Они тем самым создают ситуацию, которая может вылиться такой же, как на Украине вот этот вот Майдан. Люди просто были возмущены до предела. Выставили там какого-то одного, не знаю кто, пригласили людей. Людей поставить некуда. Там собралось столько народу, и в зале стояли и сидели, и где только и на сцене, и где только и на всех ступеньках. Не могли очень много довести народу туда, в зал, потому что фойе все было забито, на улице люди стояли. Все возмущались, просто возмущались тем, что там вот происходило. Люди пришли пообщаться с представителями, как говорится, власти, кто это, а там был какой-то непонятный человек, который вдруг начал объяснять квитанцию, вот это вам неправильно, вот это на это не смотрите, а вот на это смотрите. Ну это смешно, когда в такой век компьютеризации они не могут правильно создать эту, кто, значит, там сидит в этом фонде, или как его там, которые организовали. Если они даже квитанцию не могут составить правильно. Толпа возмущенных. Это просто люди, вот, доведенные до отчаяния, понимаете, они уже, ну, уже у всех не хватало нервов. Потому что то создали такую толпу, создали, что людям жара невозможно, там уже некоторым даже, ну, смотри. Вот, смотрите, что творится. Там их бы растерзали еще немножко, их бы там растерзали. Ну, то есть, яблоко не а было. Что там вот творилось еще в коридоре, тоже было фойе забито все. Мы набрали подписи 120, и это только те, которые... А вот подписи собирали? Да. Семинар в кавычках. Да. Даже никакой это был не семинар. Это было просто непонятное, что люди пришли, и я так как поняла, что люди пришли просто выразить свой протест.